Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на Арбалетную поляну. Сегодня солнышко, очень хорошо, но будний день, народу нет. Хотя кто-то там на позиции шевелится. Слышны выстрелы. Сейчас пойдем посмотрим, кто это может быть. Ага. Александр. Александр стреляет из лука Супернова. Вот так это выглядит. Вполне достойный результат. Лук взят первый раз в руки. Моделька понравилась. Вот такая куча получается. Следующий колчан уже бесполезно, а то бить стрелы начнет. Вот лук вблизи. По луку сделана куча доработок. Сейчас мы про него расскажем более подробно. Ну вот, характерный звук. Характерный звук стрелы в стрелу. Итак, доработки по Супернове. Давайте посмотрим. Саша, возьми в руки. Ну, начнем с рукоятки. Вот. Специально не стал закрашивать, чтобы было видно, где форма старой рукояти, а где новая. То есть рука ложится автоматически в нем с наклоном, потому что технические тетивы в стороны смотрят, и велик риск попасть. Вот здесь хорошо видно. Вот это место. Видите? Прямо рукой уже не коснешься рукояти. Обязательно с наклоном, чтобы вот эта тетива не касалась. Вот я ее показываю, техническая тетива, вот она. И при обработке выстрела нужно фиксировать рукоять. И обязательно прихватывать хоть немножко. Тогда он стреляет достаточно точно. Потом, вот на этом выступе, видите, свинцовая добавка. Это компенсатор вот к этому балансиру впереди. Был стандартный прицел стандартного диаметра, но в связи с тем, что вот здесь вот мало расстояние, сектор не попадал при прицеливании, и пришлось заужать вот этот вот диаметр. Пины остались на месте, все там работает. Вот, но вот здесь уже все видно, вот по этой ширине